первый. Кто не знает, игру War of Mine, выжить в военных, военное время, с временами года, с погодой, со своими персонажами, со своей историей, сюжетом. На моем канале уже была такая игра, было прохождение. Эта часть города единственная, которая уцелела, и поэтому люди сюда стекаются. Надо спасаться от бандитов. Катя наткнулась на Романа, бывшего ополченца. Ее быстро убежал журналист, спасла ей жизнь. Когда они наткнулись на армейский патруль, они решили держаться вместе, несмотря на серьезную разницу в взглядах. Так, что мы имеем, Роман? Так, давай-ка ты кучу раздвигай, а ты, деточка, ты, деточка. Берем все. Дальше иди лутай. Так, вставай, 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 хорош спать. Надо полутать, чем быстрее, тем лучше. Берем все. Так, иди пока поразгребай. Стоп. Ладно. Ты иди сюда. Нет, 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 где брат? Ранен. Нужен ты. Пока есть материалы, компоненты, запчасти, сахар, вода, доски и электропедали. Посмотри, что в шкафчике. Сейчас вылечим тебя, не очкуй, девочка. Есть, еду нашли в шкафу. Да, это хорошо. День первое, время 8:40, 14 градусов, еще достаточно тепло. Так. Построй нам что-нибудь. Да, домик у меня, конечно, не из лучших достался, но ничего. Роман у нас тренированный боец. А ты у нас хорошо торгуешь. Ну и все, будем жить. Ставим кровать. Сейчас сколотит побыстрее. Романыч, давай. Да, это сделал. Сиди, значит, копай здесь. Тоже закрыто, да? Хреново, иди попробуй эту дверь. Так, ну ты тогда приходи в себя пока. Делать ей все равно нечего, ничего у нас толкового такого нет. Блин, все закрыто. Надо сделать лом. С помощью ломика можно будет открыть. Надо сделать эту штуку. И в ней можно будет делать лом. Приходит в себя, строит. Долго он, конечно, делает. В городе война, разруха. У нас танк на заднем дворе стоит разбитый. Так, сделаем, да? Давай сделаем лом. Благо нам позволяют запчасти.
Ключ готов, ну-ка ломай. Хорош. Пока он разгребает кучу, тебе тогда надо взломать. Копай тогда. Ну, знаешь что, если бы у тебя была лопата. Так, время вечереет, да, и не успеет докопать они. А жаль. Ну, 14 градусов нам повезло, тепло, хорошо, комфортно. Пока что. Есть одна еда. Наступает ночь. И что мы, значит, сам? Ты будешь спать в кровати, а ты добывать. И пойдем мы. Да давай на разбомбленную бензоколонку. Пригодится нам. Ничего нам не пригодится. Пойдем так. Аккуратно, не нарваться на патрули и на всякую там детали, запчасти, нам это все необходимо. Вроде тихо, нет никого. О, отлично, кофе, табак, удобрения. Надо выбирать по... Возможно, что-нибудь еще полезненькое найдем. Ну. Порох. Блин. Так. Так, так, так. Порох надо рано брать. Лекарства найти, чтобы эту рану ее заделать, она не подохла. Блин. Порох и запчасти, как много всего. Так, а здесь что? Крыса. Ну, давай, беги к выходу, уходим. Взять мы ничего не можем, вот так дальше бессмысленно. Роман добрался до убежища. Так, он доволен, да? У нас напали, кто-то явился ночью, чтобы ограбить нас.
Они украли еду, воду, лом. Прикольно. Печально, тяжело. Я не думаю, что я выживу, если мои друзья не достанут пинтов. Круто. Ну иди копай. Ничего не могу поделать с этим пока что. Радио нам нужно, необходимо, чтобы быть в курсе всех событий, да? Этот прошел уставшим, приходится ему копать. И что с тобой? Как мне выжить, если бандиты пытаются убить меня и нести мои вещи? Прорвемся, не ссать. Блин, тут нужен лом. А лом? Так, радио потом послушаем. Иди замути нам лом. Блин, он не здесь мутится. Лом мутится здесь. Блин, он даже передвигается уже медленно. Надо, короче, что-то делать. Ага, мы не можем сделать сюда отмычку. Раз у нас лом не получается сделать. Иди отдыхай. Ты открывай, может, что-то дашь лекарство. Есть. Есть и еда, и лекарство. Иди. Иди туда. Однозначно вторая кровать, а мы ее пока сделать не можем. У нас нет древесина. Ну иди разбирай. Че? Все, это перебинтовало свои раны. Иди отдыхай. Пенчиком идет. Бандиты прикончат, если не увидим, что будет нормально. Овочки думает, лежит. Это батарей. Так, отлично, отлично. Что с тобой? Я давно не спал. Ну что поделать? Во время войны-то кто тебе спать даст? Отмычку использую. Есть бинты, книга. Найс. Делаем кровать. Так, тебе нужны пилюльки? Не нужно, убьешь свою морковочку. Все равно ее украдут наверняка. Уж лучше ее сожрать сейчас. Так, сделаем вторую кровать.
Так, нам нужно заделывать дыры окна, чтобы к нам не пробрались, да? Много нам тут заделывать. Ну да, кошечка так нехило. Ночь. Ночь мы никуда на вылазку не пойдем, просто будут все спать. Будут спать в кроватях. Этот день мы пропустим. На нас напали, кто-то явился ночью, чтобы ограбить нас. Они украли лекарства. Она чувствует себя уже гораздо лучше. Отлично. Так, что с тобой? Что мы будем открывать дверь? Давай поторапливайся, время. Дом так-то трехэтажный. Хотя давай сперва здесь попробуем. Одну банку еды, дал бы это самоцвет, немножко книг, мне книги не нравятся. Давай запчасти. Вот это вот. Так, и мне бинт нужен еще. За бинт я бы тебе еще дал вот самоцвет. И, например, за один бинт. Все книги. Нет, не пойдет. Сахарку может? И отмычку. Пошел нахер. Так, иди ешь. Ну что там у тебя получилось, красавчик? Давай. Это все живет. А, стоп, бинтуйся. Естественно, затянется. Как раз сейчас откроем, раскопаем, откроем, пожрем, поспим.
потом можно было бы сделать, чтобы попроще было копать. Ну да ладно. Разбирал завал, даже больше. Ой, нет. Спи. Взрывай, отец. Забираем. Давай. На-ка, на. Это круто. А, блин. Бинт. Давай. Жрать. Масики. Все, так, послушаем радио. Что происходит у нас в городе? Погода хорошая. Дорого нынче, отлично. Ага, ты спать не хочешь? Смотрите-ка на него. Так, мы все открыли. Тут можно не раскапывать. Да. Вот это, собственно говоря, больше нечего. Если вот так нечего, то идем. Ресурсы надо тратить по максимуму. А у нас и нечего тратить-то. Так, тогда идем. Винт вот этот жалко, украдут его ночью. Ладно, завершаем день. И, собственно, на этом завершаем игру и продолжим в следующий раз. Antagames.ru – лучший магазин цифровых товаров. Быстро, качественно, надежно. Друзья, закупайтесь только на santagames.ru.